Значит, спасибо большое за донат «Жопа in the хуй». Смотрим, Аня Семенович, хочешь? Надеюсь, что мне не прилетит саспенд или страйк. Если прилетит, то на будущее будет запрет на видосы больше там 100 миллионов просмотров. Сковорода уехала. Да макаронина вывалилась. Ну молодец, зайди уроки делай. И чтобы математику мне выучил, я проверю. Зачем? Дорогой, котлетки будешь? Для какая? Давай. Давай. А огурчик? Давай. Ой, самый вкусный тебе. Держи, любимый. Ну какая жена прекрасная. Ну что, руками что ли буду есть? Сейчас, сейчас. Вилку-то давай. Ага, несу. Руками стал есть, хорош. А, опять пересолила. Слушай, Ань, может нам с тобой развестись, а? Че это? Да потому что ты все не так делаешь, зай. Да не реви, господи. Да че она не так делает? И меня слушай. Че-то рофл какой-то хуй знает, не пойми. Я уже шестой раз замуж выхожу. Все прям супер как-то это, блять. Да, абсурда пародийная какая-то хуйня получается. Спасибо Оту Феоноров за донат. А, на прошлый канал, ну, либо Вольного, либо его прихвостней. И не только его, еще другого чувака одного. Не связанного вообще никак с Вольного. Спасибо большое Оту Феоноров за донат. Вольного, либо кого-то из его прихвостней, либо сам YouTube просто, в принципе, ебет любые перезаливы, неважно, реакция это или нет, связанные с Вольновым, поэтому это вообще, блядь, нахуй не надо смотреть. Ну, либо не знаю. Сейчас все будет. Такой уют, тоже так хочу жить. Да все хотят. Ну, это, в принципе, такой забавный рофл, что ты не шаришь в отношениях, я уже шестой раз замуж выхожу, то есть, ну, как бы, блядь. А в таком случае женщина не шарит в подругах. То есть, типа, зачем слушать советы по отношениям человека, который шестой раз выходит замуж? Типа, это не шестой раз выходишь замуж, это, блядь, пять раз развелась. Алло, Гена, реквизит сюда. Я обожаю руки твои. Я обожаю губы твои, и даже до потери пульса я твоя буся. Ой, блядь. Дайте в наушниках послушаю этот шедевр. Да, блядь. Сука, блядь, кусок дерьма обоссанный. Залетела какая-то блядская пчела. А, нет, это огромная муха. Блядь, уродская говнища. А ну съеби. Как тебя ёбнуть, а? У меня еще здесь потолок, типа, мягкий. И все мягкое. Это пиздец, блядь. Я не пойму, ёбнул или нет. Ладно, сейчас пауза, короче. Сука, я... все закрыто, все окна закрыты. Откуда эта хуйня здесь? Блядское говно. Ну, убил хотя бы. А лично твоей медсестричкой. А хочешь, избавлю от стресса, как стюардесса. Хочешь любить негодяя. Да не хочешь, все. Если он тебя ебать не хочет, короче, то ты хоть, блядь, чем стань, не будет. Тут, как говорится, вопрос уже все. Хочешь? Не надо, как говорится, ебать мертвую лошадь. Ань, у сына утренник, что ли, в школе? Ну отойди, не видно телевизор. Ох, Доня, Доня, вот чуяло мое сердце, что он козлина. Надолго в командировку-то уехал. На месяц, мам. Это мама? Ладно. А, это мама?
Время у нас есть. Мне супер-пупер. Да, блядь, найди себе, типа, Чаби Хантера и все. В чем... Ой. Рядом с тобой. Просто что пишут? Я очень тащусь по этой песне. Повезло с подругой. Классная песня. Бля, не знаю, ну, короче, очень... О чем эта песня? О женской глупости, я думаю, вот так скорее. Я разливаюсь широкой рекой, и пока земной шар не сдулся... Угу. Несколько таблеток, типа. Типа, пришла, короче, в аптеку, купила 10 батончиков похудания, через 10 минут снова приходит и говорит, можно еще 10? Типа, я не наелась. Я твоя Буся. Бусин. Тянешь, притянешь, словно магнит. Все абсолютно внутри кипит. И ты в мою игру втянулся. Я твоя Буся. Хочешь, оденусь лисичкой, а личной твоей медсестричкой. А хочешь, избавлю от стресса, как стюардесса. Ну, то есть... ужасно. Нет, пожалуйста, не надо. Блять. Да сука. На самом деле, вот, чтоб прям так было, я себе это с трудом представляю. Ну, хотя, ну, не знаю, может. То есть, если все вот так, то как они вообще, в принципе, оказались вместе? Вот эта пара. Если все так, что она просто прям золотая жена, прям все замечательно делает, хочешь то, хочешь все, блядь, хочешь, типа, там, жрать перестану, похудею, вот. И при этом он сам, ну, типа, то есть, опять же, не очень понятно, ну, я говорю про роль этого мужчины, понимаете, это какой-то актер вроде, ну, неважно, про роль вот этого мужчины, что, типа, не похоже, что это какой-то супер принц, за которого стоит так вцепиться. Почутил Лоли Хантера. А. Ну, любые Хантеры, в принципе, здесь почуете, почему. И Милф, и Чаби, и Лоли, и все что угодно. Я так понимаю, тут в почете Лоли Хантеры, чувствую. Душа лежит к полторашкам и не только пиво. Любые Хантеры, в принципе, почете. Ну, то есть, не знаю, как бы... Как сказать? Я все-таки за какие-то более-менее здоровые отношения. Или же домохозяйку, а хочешь, и я без вопросов стану матросом. Если нам показывают типичную какую-то отстойную семью из России. Ну, это просто, типа, ну просто так, короче, да... Обычная семья. Бля, ананас. Ну, все, Питер, попался, придется смотреть. Спасибо, Андрей Измайлов. КТТПС, двоеточие. Ну, окей, это ладно, это не так дорого, наверное, но все равно. Нули Круксура, это легендарный проект, это просто шедевр. Челый рофлят над всеми этими интервью. Не ест его троллит, прокомментируй. Так, ну я посмотрю, интересно, что там. Бля, это реклама хуйни вот этой. А, в итоге все равно пришла к хирургу. Зоя, ты хочешь? Операция прошла успешно. Вы выглядите прекрасно. Спасибо. Ну, я не вам. Ага. Хочешь? Ice Queen. Ань, ты дома? Бля, за месяц так и не съела ананас, он там сгнил уже, наверное, весь. Ну, чё, нормальной еды нет, что ли? Ань, есть чем пожрать? Да где? Ну, вообще-то, зачем сосиски выбросил это? Ну, хотя, типа, учитывая, что...
Ну, за месяц они бы тоже испортились. Ладно, где Аня? Завтра на развод идем. Ты помнишь? Не идем. Не знаю, ребят, может, я что-то неправильно понимаю, у меня это не так работает, в принципе, типа, что, типа, если женщина толстая, типа, очень стала, то хочется развестись с ней просто тупо от того, что она толстая, но стоит ей только похудеть, и она сразу вмиг становится невозможно прекрасной какой-нибудь. Все равно капец огромная. Ну, типа, это уже заебись. Гигантомастия? Ну да. Ну что, выпьем за развод? Нет. Ну, типа, блядь. Да не, оно так не работает. Это прям, ну, это прям очень смешно. Не знаю, ну. Смешно, но не так, как хотели, чтобы это было смешно. Это смешно в том смысле, что, ну, блядь, это же вообще бред какой-то. Он на меня смотрит, потому что ты классная. Мой звонит. Не бери. Бери. Алло, Аня. Уже минус 5 килограмм. Я тебя догоню. Ну, худей, худей. Угу. Ну, девочки, за любовь. За родовое гнездо. ГД. Актерская игра просто 0 из 10, если честно. Вот это. Ну, то есть, ну, не знаю, может быть, тут как бы это выглядит как пародия на пародию, вот это вот последнее. Ну, девочки, прям плохо. Так, ну, что можно сказать? Короче, я тут больше про музыку-то вообще ничего не сказал, в принципе, хотя у нас музыкальная критика должна быть. Но меня просто настолько впечатлил сюжет, блядь, что... Ну, типа, по тексту тут тоже местами пиздец, то есть в плане куплетов. Припев, ну, припев как припев, то есть, типа, типикал попсня такая. Но просто, как бы, все. Мне кажется, что за Земфирой уже запривачена такая история, как песня с названием «Хочешь» и со смыслом, что «Хочешь, блядь, то сделаю, все сделаю» и так далее. Вот это, блядь, Буся, это просто пиздец. В игру в мою втянулся. Я разливаюсь широкой рекой, блин. Ну, в принципе, да, вот в этой консистенции как раз можно по кровати по двухместной разлиться прям широкой рекой на оба места. Не знаю, не хочется в таких случаях даже комментировать что-то именно просто музыкально там. Ну, что, биток как биток, все нормально там сделано. Спето местами противно, но вроде как это так и должно быть. Ну, тут больше даже... Ладно, если бы просто не было смысла, но здесь просто еще и плохой смысл. То есть песня прям зловредная.